выставкой сельхозтехники на открытой площадке. Около 300 машин от отечественных и зарубежных производителей, от глубокого ретро через настоящее в светлое будущее. На что как бы ненавязчиво намекает вот этот трансформер от МТЗ. Но если трансформеров на белорусских полях придется все же немного подождать, то вот этот комбайн второго поколения от Гомсельмаша пойдет в серию уже в самое ближайшее время. Его главная фишка – это система подруливания. Суть в чем? Первым проходом по полю управляет человек, а всеми последующими уже машина. В целом это называется система точного земледелия. Какие еще новейшие решения применены в этом комбайне? Данный комбайн оборудован продвинутой бортовой системой контроля абсолютно всех параметров при уборке. Также эта система позволяет включать преднастройки машины в зависимости от той культуры, которую вы выбираете. И тем самым оптимизировать уборки, сроки уборки и параметры выбираемой культуры. Есть система видеонаблюдения, которая позволяет, не выходя механизатору из кабины, контролировать процесс выгрузки. Также в комбайне есть два холодильных отсека, один из которых предназначен для напитков питьевых, а второй для продуктов питания.